В Национальной портретной галерее Лондона открылась выставка-ретроспектива культового британского фотографа Дэвида Бейли. На экспозиции представлено более 250 снимков. Невероятно привлекательный фотограф, как о нем отзывался редактор американского Vogue, прославился благодаря фотосъемкам знаменитостей как раз для этого легендарного журнала. Отбором фотографий для экспозиции Бейли занимался лично. Все, что я делаю, в первую очередь, я делаю для себя. Если это не приносит тебе удовольствия, в этом нет ничего хорошего. А если ты хочешь позаимствовать что-то, не копируя остальных, а подражаем. Бейли также известен благодаря своим фотографиям на черно-белой пленке, хотя он не имеет ничего против и цифровых снимков. По его словам, это просто еще одна форма фотоискусства. Выставка Бейли в Национальной портретной галерее продлится до 1 июня.